С утра казалась обессилена. Возможно, авитаминоз, но мне сказали, ты красивая, и я поверила всерьез. Пусть подсознание не нравится, ты паспорт видела, уймись. Нет, отвечаю, я красавица. Я обожаю эту жизнь, и это дождь, и эту улицу, и эти лужи, черт возьми, и эту лживую сотрудницу с ее сопливыми детьми. Я, как обычно, не накрашена, но мир расцвел в один момент. Ведь я красивая, не страшная. Что сделать с бабой? Комплимент.